Маши. Территория Маши. Спонсор ООО «Смазочные продукты ЛМ». Ценности определяют выбор, поэтому к качеству продукции мы предъявляем самые высокие требования. Выбирая Liqui-Moly, вы выбираете настоящее немецкое качество, надежность и уверенность. Liqui-Moly – это моторные масла, автохимия и автокосметика для тех, кто ценит самое лучшее. Всем привет! С вами «Территория машин» – программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о ссоре двух министерств и сердце «Мустанга». Общественная палата и гаишники обиделись на Минздрав. Даже не то чтобы обиделись, а раскритиковали его бездействие. Уже достаточно давно полицейские пытаются добиться, чтобы Минздрав выдал им базу состоящих на учете психически больных и прочих алкоголиков с наркоманами. Врачи ссылаются на врачебную тайну, справедливо отмечая, что такая база может быть украдена и появится в продаже. У гаишников свой аргумент, и он тоже веский. Они вообще не в курсе того, кто ездит по нашим дорогам. Ведь справку сейчас сделать просто, даже не появляясь у врачей. Между тем, наркоманы и алкоголики – прямая угроза безопасности движения, что уже было доказано 1000 раз. К сожалению, общего языка ведомства пока не нашли. А гаишники в прошлом году выявили почти 1300 человек, которые совершили преступление, состояли на учете и при этом обладали действующими правами. Вот такой вот парадокс современного движения в нашей стране. Оба ведомства, казалось бы, обладают четкой аргументацией. Но нам, если честно, от этого не легче. Американцы любят спецэффекты. Достаточно посмотреть их фильмы, чтобы это понять. Но вот автомобили эта тема пока обходила. Ну, есть фоновая подсветка салона, цвет которой можно менять. Но это есть сейчас почти у всех производителей. Компания Ford решила всех удивить. У американцев есть автомобиль Ford Mustang. Он очень известный, легендарный и, понятное дело, популярный. Теперь в салоне Мустанга установят кнопку запуска двигателя с подсветкой. Красный круг будет пульсировать с частотой 30 ударов в минуту, пока владелец не решит завести автомобиль. Число 30 выбрано не случайно. Как выяснилось, именно 30 ударов в минуту совершает сердце лошадей породы Мустанг, в честь которых, собственно, автомобиль и назван. Наверное, следующим шагом будет и звуковое сопровождение процесса. Тогда некоторые будут слушать биение лошадиного сердца и умиротворенно засыпать. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Спонсор ООО «Смазочные продукты ЛМ». Ценности определяют выбор, поэтому к качеству продукции мы предъявляем самые высокие требования. Выбирая Liqui-Moly, вы выбираете настоящее немецкое качество, надежность и уверенность. Liqui-Moly – это моторные масла, автохимия и автокосметика для тех, кто ценит самое лучшее. «Территория машин».